читаю стихи. Лавренова Ксения, 15 лет, город Санкт-Петербург. Иосиф Бродский, не выходи из комнаты. Я выбрала это стихотворение, потому что мысли автора совпадают в чем-то с моими мыслями. И еще я считаю идею отречения от мира всего и идеологию примирения с одиночеством очень интересной и загадочной. Выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только уборную, и сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора, потому что пространство сделано из коридора и кончается счетчиком. А если войдет живая, Милка, пасть разевая, выгони, не раздевая. О, не выходи из комнаты, считай, что тебя продуло. Что интереснее на свете стены и стула? Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером? Таким же, каким ты был, тем более изувеченным. О, не выходи из комнаты, танцуй, поймав босанову, в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу. В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной. Ты написал много букв, еще одна будет лишней. Не выходи из комнаты. О, пускай только комната догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито, эрго сум, как заметила форма в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты, на улице чай не Франция. Не будь дураком, будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты, то есть дай волю мебели. Слейся лицом с обоями, запрись и забаррикадируйся шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.